Строители, которые возводят новую школу в микрорайоне Серебряный берег, столкнулись с трудностями. О технических проблемах сообщил мэр Сергей Шелест, который лично побывал на площадке. Подрядчик приступил к забивке свай, и процесс застопорился. Грунт оказался слишком плотным. Чтобы его пробить, вместо плановых 250 ударов молотом, строителям приходится делать около 1000. Для ускорения темпа работ подрядчик монтирует на объекте еще одну своебойную установку. Напомним, своей школы в микрорайоне Серебряный берег сейчас нет. Дети вынуждены ездить в другие учебные заведения. Компанию, которая должна решить эту проблему, определили в октябре прошлого года. Аукцион состоялся только со второй попытки. На первые торги никто не заявился. В итоге возвести объект стоимостью чуть больше 1 000 000 000 рублей взялась компания «Капитал развития». Планы, те, которые изначально были намечены, они сейчас постепенно входят в норму. И я надеюсь, что на данном месте у нас будет на 1100 мест школа прекрасная, где видите вокруг сколько построено новых красивых жилых домов многоквартирных. И, конечно, здесь острая необходимость в этой школе давно возникла уже. Подрядчику, который строит дом на 6-й станционной для переселенцев из аварийного жилья, тоже стоит искать варианты для ускорения работы. В компании у чиновников возникли вопросы, поскольку сократить отставание от графика пока не получается. Мэр и прокурор Омска потребовали увеличить количество сотрудников на площадке. Если в ближайшее время ситуация не изменится, власти примут, цитата, «необходимые и жесткие меры». Конец цитаты.